Я тебе скажу, что вот эта шняга твоя, она отвалится. Потому что вот под ней есть что-нибудь? Да, там четко по стене идет. Так, вот здесь тоже нет. Да такой фиаско, и что так притихли сразу. Да я что-то грустно так стало. Типа, мы неужели так... такие говноеды даже вторую волну не отбили? А мы в первую волну умирали? Нет, в первую не умирали. Ни два, ни там, ни здесь. Причем я бы столько, как бы не то, что времени потратил. Ну да, много времени потратил на... постройку. А в итоге облажался. Причем так. Если посмотреть, ну я там упал, во-первых. Меня спасли твои, на самом деле, эти поначалу. Граната? А, ну я же могу спокойно в тебя кидать, ты не подорвешься. Можно проверить? Ну... Но... а я. Ну, а потом проверим. Не, пока вот. Хотя ладно. Да давай. А, хотя Friendly Fire. Да, поэтому ты не подорвешься на меня. Ладно, давай кинем, попробуй, разик. У тебя с собой? Нет. Знаешь что? Че? Поставь вот сюда. Вот сюда куда-нибудь. Кубик. Кубик, да. Я просто хочу проверить, они ломают вообще. Угу. Вот и прям тоже рядом с кубиком встань. Я вас подорву. Давай вот так. Обоих. Ничего. Тебе ничего, а кубику? Кубику 5. Всего лишь 5. Фигня. И то он говняный. То есть я могу спокойно там, ну, под наше сооружение кидать. Угу. А тебе 0, да? Мне 0. Может, потому что ты на кубе стоял? Я же сказала, рядом, а не на куб. Ладно, давай. У меня нет второй. Да нет, там как бы рейнджа-то есть. Либо реально выкопать просто вокруг дома ров, такой, знаешь, высотой в 3 куба, чтобы они, ну, не выпрыгнули, и туда понаставить кольев. Кольев. Мы-то перепрыгнем, а они идиоты. Только ну. Если у тебя стамины не будет, то... Ну, значит, ну, не надо там просто бегать. ГГ. Можно мне чуть-чуть попкорна взять? Да, возьми, конечно. А тебе?
Я пока не буду. Так, это у нас здесь пустота. Пустота. Два слова. Аккуратно, ты даже не услышишь. О. Это очень тихо. Бля. Мне просто надо как-то к клавиатуре подобраться. Смотри, тут этот челик что-то сказать хочет. Какие малошары? А, нет, что-то он ничего не хочет сказать. А почему у меня пулик нет? Ты что, пульки куда-то свои сдал от пистолета? Может, их не взял? Да, может быть, как-то вывалились. Не отрицаю такого исхода. Блин, пипец. Хитбокс у стрелы такой маленький. Попадает между вот так. Между подмышкой. Стрела пролетает. Ха. У меня какой-то генератор продается. У нас, по-моему, у нас, по-моему, есть. У нас аккумулятор, по-моему. Будем кто-нибудь работу выполнять? Да. Какой-нибудь. Особое задание. Давай особое задание сделаем. Угу. Просто немножко отвлечемся. Давай. Тамошним, блин. Мы расширяем торговые связи в направлении на северо-восток. Расскажите тамошним жителям о том, что наши дюки хорошо блестят. И они дадут вам вознаграждение и предложат работу. Может быть, еще один торговец? Беру, может быть. Да, бери. И... сейчас расшарю. А, не могу расшарить. Оно не шарится. А мы в группе с тобой? Да, вроде в группе. Да.
Оно индивидуальное. А почему у тебя этапы игры 37, а у меня только 30? В чем прикол? У меня 39-39. Непонятно. Я на два раза больше, чем ты помер. Кстати, у меня задание только карта сокровищ осталось. А вот эти особые, которые где убить нужно, их нет. Ну-ка. Знаешь, почему их нет? Потому что прими. Прими. А вот это торговых маршрутов я не могу тебе расшарить. Нет кнопки. Наверное, мне самому сейчас надо будет взять. Угу. Сейчас. Так, ладно. Бегу к тебе. Я уже дома. Тогда... Ой, заново нужно оленя, кролика, курицу. Видимо, после смерти сбрасывается все нафиг. В смысле, после смерти все сбрасывается? Ну вот... Убийство, так. Meds, drugs, так, особое задание. Тоже взял. У тебя... Мне нужно на... На НЕ. Ну, на сторону света НЕ. 1300 километров. А у тебя где? Чё? А у тебя вообще другое. Да нет. Не да сейчас, подожди, я не открыл, у меня там зомби просто был. А, у тебя то самое. Как мы его вместе будем делать? Да. Ну, вместе туда и пойдем. А как? Просто вместе сделаем. Ну. Ну ладно, давай. Вместе. Сейчас я покушаю. Я тоже покушаю. Мясной рагу я одно возьму с собой, пока то мне. А сколько голод? Ну, количество и вода. Ты сейчас хрустнул, я ничего не понял. Сколько параметр голод и вода? Поинтах. Поинтах? Ну сколько? Сейчас. 123. А она... где это искать? А это вот, заходишь и... А, все, вижу. То есть оно тоже увеличивается с уровнем. Угу. Но оно, в принципе, количество максимальное можно смотреть по твоим скобинах. Угу. Самая долгая жизнь 4 часа. Самое что? Ну, короче, сколько прожил. Больше всего 4,5 часа всего лишь. А где у меня? Да у тебя столько же. А где найти там? Да вон она. Не вижу. А. 4,40. Придурки, блин. Не могут выжить. Ладно, что стоять, пойдем. Угу. Сейчас съем. Рагу, выключай. Тут что грустить-то? Ну ладно, все, пойдем. Делать задание. Уже, наверное, какое-то... Не знаю, что-то я так заморалилась. Да то же самое. Типа... Прям именно дизмораль. Ну просто я такой здесь... Я целый день потратил. Сначала один день на рубку, потом один день на строительство. А в итоге...
Но надо более эффективное оружие. С мушкетоном ходить, зачищать, ну... У этой дуры нет дробовиков вообще. Нет. У меня вообще из оружия ни хрена нет. Да нет, я имею в виду, если бы у меня еще пистолет бы, пульки бы я не потерял бы. А то из-за того, что я пульки... Потерял пули пистолета? Я не знаю, я их, наверное, выложил случайно. Блин, это в зимней локации. Ты же приодет? Ну, да. Мне кажется, тут группового опыта меньше дают. У меня просто, когда я одна убивала зомби. Сколько давали? По 400? Не меньше 400. Ну, 300 вот, как сейчас, ни разу не было. А, ну вот, наверное, поэтому иногда дают по 400. Помнишь, я задавался вопросом, если далеко. И, кстати, кукурузу надо это тут все будет собрать, потом облутать. Ну, либо сейчас, потому что... О, я кабан! Поняла, кабан, я кабан, кабан. Семена. Сейчас кабана убью. Я кукурузу пока выкопаю. Вот это да. Убил? Да. Ну да. Собака и зомби. Ладно, ты уже расправилась. Как бы я бы тоже. Да что-то я тут попкорн поел, что-то не сладкие, не гадкие, а лучше соленого попкорна съела. А, потом долутаем. Это я пока что сейчас... Давай, давай, сразу долутаем. Да, но тут очень много. Ну, не так уж и много. Много красных. Да, в них еще будем выбирать. Да, просто зомби. Клей из нее делать. Чё? Клей из нее делать. С кого? С кукурузы. Нет, она во всех рецептах является. А чё, клей из нее можно делать? Да. Но тебе не позволят. Конечно, не позволишь. Нам жрать ничего будет. Высокая трава или как там фильм назывался? В высокой траве, по-моему, так. А хотя бы просто высокая трава. Высокая зеленая трава. Блин, все, не слышно этот корм. Мерзость. Там тебя не убьют, а ты там стоишь.
голодный? Нет. Он наш не станет, бутерброд нарежет. Сыром. Пляшки. Мне надоело кукурузу бомбить. Пойдем. Да еще чуть-чуть осталось. А, у меня ножик сломался. Так и руками вообще-то собирают кукурузу. Блин. Ладно, сейчас я ножик починю. Он долго замахивается, ножик быстрее. Там что, с ноги что ли ее делаешь так? Да я думала, может из-за зомби что выпадает, но нет. Из зомби ничего не выпадает. Очень грустно. Блин, а вы еще целое поле в жопу. Я, короче, пошла. Ладно, пойдем. У меня этот есть, по мне только что. Кукуруза будет заканчиваться, сюда приду. У меня после этого попкорна сраного зубы заболели. У меня после этого 14 дня жопа заваляла. Ну, жопа тоже. О, два яйца в этом. Это. В гнезде. Блин, здесь возле твоего ника как бы есть стрелочка, и она показывает, на каком ты расстоянии, с какой стороны. Я всегда по ней ориентируюсь. А я почему-то про нее забываю постоянно. Я и оборачиваюсь. Там пума. Сейчас, где? Вон, ты прям на нее идешь. Короче, тогда не пинг был. О, смотри, справа ящик горит. О, круто. Как это там? Где ящик? Факел дать? Не, да не, открывай. Сейчас там курица. Как бежал, бежал я. Ну-ка. За тобой зомби. А, все, уже нет зомби. Ты его прям с одного выстрела, что ли? Да, в голову. А, блин, у меня топора нету. Так. А, подожди, мой. Это просто так вот открывает. Кость! 6. Я на руле мини-байк. О, как супер. Отлично. Ты все взял? Ну, все взял просто сразу. Палец с тупом задавило. У тебя сколько пистолетов патронов? Пистолетных патронов 300.
собой. Тебе надо? Дай мне штук 50. Я тебе 75 дам, на. Все. Что мне? Сейчас еще посмотрю задание. Про ферму. Так, курица есть, кролик. И олень. Так, сейчас это... Ты спать ты не хочешь? Не, не хочу. 14, я даже не хочу. Блин, Саша, зуб заболел. Зуб заболел? Прямо сейчас? Ну, после того, как ферма. Что там? Так, дровосек. Там еще один. Так, ты где бегаешь-то? Да вот, я уже 160 метров подошла. А ты? Я тоже, в том-то дело. А, ну мы с тобой это обходим гору. А я по ней прям пошел. Я надеюсь, меня тут никто не пожалеет. А, смотри, форт, точно. Вот это точно форт, видишь? Угу. Метка торговца. А ты денег с собой не взяла, да? Взяла. Ага. У меня всегда с собой деньги. Жду тебя. Гнездо пробежало. Теперь его. Ну все, давай, заходим. Далеко идти. О, автомат. Дрожи удачи. Бонус добычи. И хакеры. Покупай, да? Да, покупай все это дело. О, колодец. Ну-ка. Значит, не один торговец. Принять. Так, можно увидеть ваш инвентарь? Что ты продаешь, молодой человек? Армейские перчатки. Мотоцикл. Николай не продаю. Ну, ничего такого. Что было бы интересно. Как у него здесь? Композитный лук продает, если тебе надо. Прям сам лук? Да. У него урон 26, сколько? Скорость так, снаряда 51. А у моего лука 22. Скорость снаряда? 31. Здесь 51. Вот купить? Прям... 800 стоит. Давай. Он первого уровня. А, первого? Да. Сейчас, подожди. Что такое сюда? Да нет, план не нужен. Наверное. Ничего вообще у него нет. Those damn things are selling like hotcakes. Грустно. Ну, у него тут мило. Да. Yeah. Прикольно, блин. Не, у него реально здесь так мило. А как торговым автоматом пользоваться, не понимаю. Я так понимаю, это... Там, между челиками? Там, да, походу между челиками. Там аренда какая-то. Можно арендовать. Его
Ну, чтоб тебя не обманули. Есть у него работа какая-нибудь? Ой, еще далеко работа. Закопанные припасы принести, очистить, очистить. Incredible. I didn't think you'd pull it off. Here's your bounty. О, за ним такой щит. Угу. А как ограбить? У него, да, там реально что-то, ничего нет. Ну ладно, мы открыли здесь торговца. У него можно наковальню купить. Спасибо, конечно. Барный табурет. Да, у нас один табурет. Ладно. О, грибы! Где? Вот, как их собрать. А, блин, их, наверное, не собрать. Сейчас, ну как они хоть выглядят, покажи. Ты за стеной или где? Я ты... внизу в колодец прыгнул. А, вот, я тоже хотел в колодец. Ну-ка. Вон они. Чё? Ну, их, я не знаю, как. Mm-hmm. Здесь, наверное, не собираются. А, тут же пещеры, наверное, есть. Вот, наверное, по пещерам тусить и грибы найдешь. Да, скорее всего. В биоме типа пещера. Заперто? А, это под ним люк, смотри. Да. Ну-ка. Использовать сейф. Могу взломать его. Че, серьезно? Да. А как ты видишь его? Ну, вон сквозь эти штуки. А, ну попробуй. Я надеюсь, он это, ну, не согрится, наверное. Скорее всего, зазвенит, наверное, что типа нельзя. Ну, не знаю, вон же есть шанс взломать. Только, правда, он, ну, типа, видишь, какой сложный. Мне кажется, его без максимального прокачанного... Блин, прям секунда остается. О, это... $180 и части гранта. Ну, not bad. Слышишь на улице какие-то собаки? Да, и постоянно звенит. Только не говори, что на тебя сагрилось. Вроде никого нет. Ладно, валим отсюда. Просто обратно побежать тогда. Ну да. Только если обратно. Тут есть дорожка. Мы так можем обойти по... Вот туда вниз. Да. Вниз, вправо, идет, нет, другая. А, у тебя нет. Вот, смотри. Вот. То есть вот сюда. Вот так, за мной. А ты снайперский прицел купила? Я его скрафтила, его не покупала, потому что у тебя ничего нет. Мне его пришлось самому делать. Ну, такое, как бы. Просто почему мушкой удобнее? Типа, ты видишь все, ну, у тебя все в поле зрения, а в снайперский прицел, типа, все черное. Ну, типа. А он не сдох, блядь. Вообще. Че это как-то? Все. О, медведь. Медведь? О, забьем его? Давай, стреляй по нему, пока издалека. Пипец, он у него не маска, я не слышу. Че, он тут бежит? А, ну все. Ну, заяц бежит, ну ладно, срать. Убей зайца. Да он далеко. Ну, в плане, что бежать к нему. Олень и кролик.
Я не попадаю. Собака справа. Сейчас побежит. Стой, 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 стой. Че, меткая что ли? Не, на самом деле я спасаю. А, тебе же надо было убить, да? Не, не важно. А, ладно. А нам волка не надо, по-моему. Нам оленя нужно и кролика. Да. Я сейчас посмотрю, что нам надо. У меня остался олень. А, мне кролика и оленя тоже надо. Вон там кролик бегает. Ну, я не знаю, ты, ну, тебе из пистолета? У меня только из пистолета. Потому что, ну, тяжело его. Сейчас, стой. Он сидит. Стой, стой. Я пока отойду. Кого ламберджеком стреляю. Все, убил. Все, нужен олень. Нужен олень, да, это... Блин, где мы? Ну, олени что-то такие редкие. Где мы вообще видели олень? О, вон туда. Пойдем? Сумка, пойдем. Оленя я видел в этом. О, медведь еще один. А. Ну-ка, давай, иди сюда. О, он застрял немного. Я случайно по трупу выстрелил на него. По трупу выстрелил? Ну, из-за того, что... И что произошло? А у него для резки мало. А-а-а. Будем лутать дом? Или не? Да можно залутать там. Ну, все. Раз зимний биом, вдруг что-то хорошее будет. Сейчас ламберджека только убью. Там пума. Пума? За деревьями. Оттуда не видно. Вон в том направлении. Сейчас, вон она. Ай, агрить? Да, давай агрить. Блин, у меня топор поломанный. Да и ладно, у меня есть один. Фига себе здесь. Ебарский хорон. Гроб. Ого. Ого. Ломать? О, боеприпас. О, там... Утяжелитель и для мушкетона. Так, здесь один зомби. Два. Еще один. Ага. Ой, просто один. Нифига там ящик будет сунула. Лопата 5 уровня, отлично. О, круто. Топор 6 уровня. Наковальня 12 слитков стали. Топор простой каменный, да? Да. Угу.
Я возьму тогда себе 6 уровня топор. Да, возьми. Он тебе нужен. Дай мне пока простой топор. Простой еще. Так, выбросила. Угу. Я думаю, лопату 3-го уровня камень можно выкинуть. Разобрать. А, точно. Я все время забываю, что можно разбирать. О, рецепт овощного рагу. Хотя он... Где-то о. Собака, что ли? Нет, это я открываю. А. Холодос. И собака. Не ухаешь. Там зомби просто. О. О, да, вот так вот. Блять! Я, короче. Игра не успевает переключаться. Я переключаю на топор и начинаю, ну, ЛКМить, а игра не успевает переключиться. И типа ЛКМит не тем, чем надо. Это подвал? Да, там подвал. Мы там были? В подвале не были. Ага. О, еще один топор 6 уровня. Давай тогда этот разломаю. Угу, на. Разломал? Угу. Кстати, на вот эти еще штуки хайкера и кэнди. Кэнди? Кэнди это для этого лута. Ну тогда кэнди тебе лучше. Ладно, мне. Буду есть их перед тем, как открыть хороший сундук. Если это быстро. Какая-то дырка, смотри. О, секретная. О. Зомби. Хотя смотри, мы с тобой вместе здесь были и 400 дали. Лаборатория. Ну, что-то типа сложный зомби. Из него типа зомби. Банка меда. Хорошо, у нас таких много. А я взять не могу. Давай я возьму, где он. Вот здесь, в углу. Чё бы выкинуть такого? Хотя... Так, это рецепты, рецепты. О, она, смотрите, верит. На мушкетон. Патрон. Давай. Спасибо. Горючка. Ого, ого. Могилки. Жесть. Интересно, если здесь покопать хорошенечко или не. Что здесь интересно происходило? Типа чувак посреди дома могилу делал. А чё тебе? Ты можешь мне что-нибудь дать? Да вот, собирай на полу. На полу? Это с мяса. А,
это гнилое мясо? Да. А как оно оказалось тут? Ну, у меня просто все, я забит. А ты что, по одному мясу выкидывал? Нет. А почему тогда оно здесь раскидано везде? Ну, вот так. Я чуть не поняла. Ну, и... просто здесь трупы лежали, вот так делаешь по трупу, и все, в тебя не влезает. А, я поняла. Короче, все, мы дальше не пройдем. Здесь дверь на 2500. В смысле? Иди сюда. У меня не хватит молотка бить. 2500. А камня нету? Нету. Я тебе починю. Ну, сейчас с клаша, думал, буду стрелять. Всё, извините. Хорошо. Где? Бля, чё? Дверь открыть можно было. Дебилы. О, смотри, дверь бункерная. Ну-ка. Ого. Шотган мессия. А, скукота здесь. Запчасти разные. Блин, может тебе влезет что-нибудь? Ща. Попробуем. Блин, спам я уже не возьму. Ну-ка. Сейчас я попробую что-нибудь взять. Я, конечно, могу стрелы выкинуть. Просто все остальное нужно. О! Мусор вот этот не нужен. Пластиковый. Возьми кукурузу, кстати. Давай состакаем. Давай. Вот, кукурузу возьми. Угу. У тебя мяса сколько? Кукурузный початок. Я не могу его взять. У меня мясо, ну, тухлое и свежее могу взять. Яйца могу взять. Кости же, шкуры. На шкуры, на кости. Угу. Мясо свежее есть? Да. Да, то у меня полный стак один. Тухлятину могу взять свою. Тухлятину нет. Бревна могу взять, порох. Нету пороха. Таблетки. А странно, скинь кукурузный початок. На 125 у меня. А, видимо, полный стак. Да, полный стак. Ладно, на обратно свой. Так, все остальное ты... Вот, возьми отсюда запчасти, полезные штуки. Ага, блядь, у меня вообще ноль места. Так, вот это все заберу. Гвозди. Одно место есть. А, подожди, стой. А, блин, это рецепт. Все, у меня фу, вообще никак. Тоже. Ну, кстати, это за счет... Я достаточно... Что еще состакать можно? Стой. Достаточно быстро бегаю, фуловый, как ни странно. Патроны. Нет вот таких. Ну, 7-миллиметровых нет, да? Нету. Я могу тебе дерево, отмычки, конечно, отдать. Отмычек нет. Дерево. Или бы ты мне дерево можешь отдать, либо... Давай я тебе дерево. У тебя камень есть? Камень есть. На, ладно, на тебе дерево. Ты починил свой топор? Жир, кстати. Есть жир. На жир. Нет, топор я не починил, у меня нет камня. Ну на тебе камень, почини сразу. Давай. Ну у меня дерево я уже выбросила. На дерево. Все. На дерево камень. Что еще можно состакать? Железо. Давай. Да, железо, шкуры.
Шкуры, кости. Не, шкуры я тебе отдал. А, кости... шкуры, кости. Отдал. Ага. Банки пустые. Давай. Ого, ты у тебя сколько их? Ты их что, копишь, что ли? Нет, я где-то их... Ну, я по сортирам лазю, а там яйца. Давай. Может, лучше ты мне что-нибудь дашь? Два. Два... Да мне нормально, ты отсюда забери. Ладно. Там много чего просто. Так, забрала. Ну все, пойдем. Я нормально бегаю, смотри, как я быстро бегаю. Офигенно, быстрее не бывает. Это за счет того, что легкие шмотки. Блин, как сделать так, чтобы было больше места? Угу. Гвозди, блин. Давай, у меня есть. Да, бери вот там в ящике гвозди. Так, слушай, а там шипы. Сейчас мы сломаем. Можно, конечно, перепрыгнуть на лестницу сразу. Нет. А что нет? А что можно? Ну, пожалуйста, но я лучше разобью и... Я уже на них насаживался, но... Жопой. Так, что здесь так? А, у меня же фонарик есть. А что ты не включил? Все, теперь включил. А, здесь все тупик. Тупик? А, блин, а. Хотя, подожди, стой. Ты, по-моему, какую-то херню делаешь, там не может быть тупик. Да, сама посмотри. Дверь открой. Там, скорее всего, дверь. Открыл. Блин, а что у тебя фонарь налобный же? Вот, я свечу, посвети. Я свечу туда. А ты не видишь, что ли, мой свет? Нет, я твой свет не вижу. Блин, стой, дверь. Там дверь написана. Вон, дверь, открыть. Закрыла. Дверь открыта. Сейчас, подожди, дверь. Вот так сделаю, смотри. Ты, короче, вот, так лучше, вот, смотри. Видишь? Опа. Ага, давай. И дверь. Опа. А это что, блин, такое? Сейчас, подожди. Сейчас, ну-ка, подожди, я отсюда повыкапываю. Это грунт. Да, я знаю, что это грунт. Все, смотри. Вот, выходим на улицу. Сейчас, подкопаю еще. Да, я тоже хотел это сделать. Блин, я получила по башке деревом, что ли, или грунтом? Грунтом каким-то. Ща. Оно не хочет больше копать. Вот, все. Все. Ух. Здесь какая-то. Ну, мы рядом выползли из подвала. Ну, прикольно, кстати. Да. Ладно, мы, кстати, ладно, пойдем. Хотя, подожди, стой. 22:49. Да мы уж все равно не успеем. Ща. Здесь это, прям вот 200... А, ладно, пойдем. Чё, там, чё, чё? Да, там просто, видишь, наверху есть этот. Да. Наверху, а как ты на него? Ща я залезу. Никто не идет. Ща. Сейчас я быстренько вот так сделаю. Блин, там вода просто была. Ладно, пусть они так здесь останутся. Так, ты камень не подобрала? Че? Какой камень? Я камень выкинул, ты его подобрала? Нет. Я не знаю, где он. Чего ты там наделал? В смысле, ты, наверное, подобрала его? Ламберджек. А, он сам. С главного входа вышел. Ну, все, вышел. Как вышел, так и зашел. Ладно, пойдем. Да. Ой, еще один зомби. Слушай, ну зомби уже бегать начинают. То есть уже поздно ночью они бегают. Ну как? Знаешь, куда пойдем? Пойдем вот туда. Вот так. Ну давай, давай. Там просто закончится этот холодный биом. Пашка.
Какая красивая. Да, ты хочешь возьми ее по всему месту? Угу. Ой, яички здесь возьми. Блин, ночью по зимнему биому приятно бегать, потому что все видно. Ой, еще яички тут. Угу. А, где наш дом? Не туда. Дело не для зануд. А, я вспомнила, что это. Можно тут? А, ладно. Это... Он у тебя расшаренный же, да? По-моему, да. Попробуй. Ща. Да. А! Че? А, блин, давай, потроши его, а то у меня, блин. Сзади, сзади. Потроши, да. Угу. А я по караулю. У меня просто места нету. Так у меня тоже, я шкуру же тебе отдала. Нет, у тебя кости и шкуры. Жир мой. А кости? Откуда? Два волокна травы. Что такое? Сырое мясо в основном вокруг. Пипец, ничего не собрала? Что не собрала? Ну вот валяются все сырое мясо. Жир забрал. Я не знаю, они вы. Я не знаю, почему они, блядь, мешками выпадают. Потому что 120. У тебя, если новых ячеек нет, то мясо может стакаться только в 125. У меня мясо 108 всего. Все, пойдем. Пойдем тогда. А, у тебя мясо выпадало, наверное, потому что. Пойдем домой сначала сходим, растаримся. Ты бежишь, кстати? Да, я с тобой рядом. Слушай, при, при тяжести 8 я, блин, быстро бегаю. На самом деле. Пойдем дальше. Давай, буду танковать. Классно. Правильно бегу? Знаешь, где я оленя видел? Mm-hmm. Прожженная земля. Пойдем куда? О! А, блин, кто меня? Это ты, блин. Прожженная земля. Идешь? Сейчас меня ранили. Ну, это кровотечение. Я кровоточу или как у тебя? Нет, просто кряхтишь. А. Ладно, я выжил. Ну ты идешь, нам не туда. Туда. Может просто до дома добежим и не будем, блядь, 3 часа идти. Ну, вообще-то я по прямой бежал, то просто из-за того, что... Сейчас перезарядить. Мне все равно нужно это. Восстановить стамину.
Куда ты бежишь? А. Яичко. Яичко. Хорошо, здесь спать не нужно. Нам направо. Там псина слева. Псина слева? Будешь ее потрошить? Да. Жир с тебя. А, это сырое мясо. Нельзя заполнить сырое мясо, не могу взять. Хотя он, да, 125. А, я сейчас кофе просто выпью, у меня будет ячейка. Блять, пустая банка. Давай мне ее. Да. Угу. Да. Побежали. Мы можем по дороге просто побежать, чтобы по горам не лазить. Ну давай. И заодно не намокнем. Меньше намокнем. Да. Ну что-то так через это озеро вообще не нравится переходить. Как бы вроде замедляешься, ну буквально секунду, но... Что такие звуки, не понимаю? Ну просто так? Наверное. Еще одна понятка. Подожди меня. Да. Блин, надеюсь, не блохнет. Мы, кстати, можем с тобой, знаешь, в чем? В чем? В выжженную землю пойти туда, где нас два медведя убили. Там просто сокровища мы не добрали. А, точно, давай. Ну, да, не начнем. Так, там зомби. Тихо. Ого, сколько их здесь. Фига себе, ты наяриваешь. У меня пропал автомат. Сейчас, подожди. Всё, сзади. Всё. О, это как раз гнилое мясо. Блин, как они напугали. Я думала, случился зомби-апокалипсис. Просто, блядь, они такой вол... Ну, мне показалось, что они прям волной набежали. Угу. А их там всего три штуки убрало. А, нет, четыре. Без разницы, ПКМ или ЛКМ? Но... Ну, по... на количестве мяса. Не знаю. Ну, я что-то смотрел. Вроде бы без разницы, но устаешь быстрее. А, собака. Была. Где? Вот. Стою на ней. А, вижу. В громком смело. Там мешок выпал. Ща. А, это трава. Курица? Курица. Перо. Перо. Подобрал. Так, нам.
Да, по этой дорожке. Капец. Да, постепенно пора избавляться. Ну что, достреляй остатки. Угу. И оставь там, может. Хотя ничего не оставлять. Только давай потом. Так, он выбежит. Когда появится трубовик. Это я. Нет, это не ты, это зомби. Видишь, 371. А, ладно. Ты просто так в мою сторону стреляла? Нет, я смотрела в твою, потом развернулась, а равно в противоположную. Да мы сейчас придем, растаримся, можем дальше пойти. Ну да, потому что пока мы дойдем, будет уже рассвет. Раз, два. Десять этого. Десять дверей, блин. О, дом, милый дом. Так, сейчас сначала я. Угу, я пока. Ты сверху там. Другие ящики закину. Кукурузонька. А, это бетон. В этом, в ведерке. Помнишь, я когда не мог понять, что там? Да. Это бетон. Бетон. Так, а что это за модификация для любого оружия, ближний бой? Ага, модификатор в топор. Так, мне нужна одна эта. Так, топорик сюда. Кукуруза. О, утяжелитель, блин. На единичку урон топору дал. Ну, это, наверное, норм, да? Или нет? Наверное. Так. Я, наверное, лук выложу. Но что-то мне не особо-то и нужен. И стрелы пока выложу. Красная рубашка. Я могу ее надеть?
О, да, а то мне там гейская майка надоела. Хотя майка почему-то сопротивляется. А, ну да, она сопротивляется жаре, потому что она открытая. А у рубашки сопротивление холоду. Ладно, гейскую майку пока оставлю здесь. Что это за шипение? Походу на улице что-то. Пойду всех убью. Это я. Здесь мамка пришла и что-то привет. Поэтому все свои эти мушкеты перезарядил. Чай это яичницу делает, по факту. Есть такое. Надо картошку срочно сажать. Чтобы сделать нормальную еду. Сейчас ходим тогда. Знаешь что? Че? Съешь, открой ящик и съешь. Ладно, сейчас. На, стой, не открывай ничего. Вот это съешь. О, отлично. Ну, пошло здоровье пополняться. Наверное, можно идти. С собой возьму еду. Так, лопата 5 уровня. Факел, ну вдруг пригодится. Все. Можно идти. Сейчас. О, здесь капает. Ладно.